Привет, вы на канале Smart Plus. Проанализируем рынок смартфонов от Xiaomi и уже от их суббренда Redmi. Посмотрим из новых и не очень устаревших смартфонов компании, актуальных другими словами. И постараемся по ходу выделить самые интересные из них, которые можно рекомендовать к покупке весной и летом 2019-го. Это не значит, что осенью они будут не актуальны, просто Xiaomi так часто клепает смартфоны, что осенью их может добавиться еще. Пойдем от самых дешевых и к флагманам. Приступим. Ну что же, первый смарт у нас самый дешевый в мире Xiaomi. Вернее, Redmi. Redmi Go. Данный смарт – это привет из 2015 года, судя по характеристикам и внешнему виду, особенно учитывая немаленькие рамки, как для 2019 года. Всего 1 гигабайт оперативы и 8 встроенной памяти, 5-дюймовый HD-дисплей, Snapdragon 425, 3000 мАч батареи, простенькие камеры и $62 на AliExpress на данный момент. Работает на Android 8.1 Oreo Go Edition. Специально облегченная оболочка оптимизирована под данный смарт в том числе. Возникает вопрос, для кого же этот смарт? Ответ прост, преимущественно для малых детей и пенсионеров, или же тем, кому нужна звонилка и мессенджер, ну может быть браузер. В целом спорное решение на сегодня, дело даже не во внешности, все из-за крохотного количества памяти. А еще возникает вопрос, зачем же он, если есть Redmi 6A, да и Redmi 6, наши следующие смартфоны. Есть модификации на 2.16 и 2.32 гигабайта в случае 6A, глобальной версии, и даже 3.32 в случае с азиатской версией данного смартфона. Redmi 6 есть в версии вплоть до 3,64 гигабайт памяти. Они на сегодня тоже актуальны для не очень требовательных пользователей. Redmi 6, как вы понимаете, более старшая модель. Советую смотреть, конечно же, на глобальные версии данных смартфонов. Redmi 6A обладает процессором Helio A22. Можно сказать, что все-таки 2 гигабайта оперативной памяти на сегодня маловато, потому он чаще будет иногда задумчив. Из плюсов отмечу, что смартфон обладает довольно хорошей камерой, как для своей цены, которая хоть и схожа с Redmi 6, но фоткает местами даже получше, чем он. Процессор позволит поиграть на низких настройках в актуальные игры, местами даже на средних. Это удовольствие обойдется в 90 и чуть больше долларов на данный момент. Проверяйте актуальные цены, ссылки на все смарты будут в описании. Что касается Redmi 6, нужно смотреть на версию 3.32, которая дешевле, или уже 3.64. 2.16 в любом варианте будет такое себе удовольствие. Проц уже Helio P22, его хватит и поиграть, и места немало. Довольно шустро работает, даже двойную камеру завезли с портретным режимом. Дисплеи у них неплохие за их цену. Корпус пластик, зато не глянцевый, что очень важно. Если вам нужен более подробный обзор, подсказка будет сверху, но все же более удачное решение будет, конечно, Redmi 6, нежели 6A. Но у нас тут появляется наследник Redmi 6, а именно Redmi 7. Это свежий смартфон от компании, который очень похож на Redmi Note 7, только внешне. Поскольку дисплей у него больше и сам он больше, чем предыдущие смартфоны этой линейки. Но в то же время дисплей остался HD+. Также имеем вырез под камеру сверху. Именно потому людям, которым нравятся более компактные решения и без выступов сверху, подойдет Redmi 6, его предшественник. Процессор у него также бюджетный, но уже Qualcomm. Snapdragon 632 с видеоускорителем Adreno 506. Это немного прокачанный 625 Snap, а значит игры будут идти подобно, на средне-низких настройках в тяжелых. Обладает неплохими за свою стоимость камерами, что фронталкой, что основной. Способен делать хорошие портреты. Памяти тоже есть разные модификации, от 2 до 4 оперативной и от 16 до 64 гигабайт постоянной памяти. Опять-таки непонятно, для чего в 2019 году делать 2.16 памяти, но как говорят, если делают, значит кому-то это нужно, а вам не советую. 3.32 – вот комфортный минимум на сегодня, и стоит он на данный момент $120 примерно за 3.32, и это дороговато за него, 110 было бы в самый раз, 100, 105 – идеально, так что нужно подождать падения цены. Смотрите, может уже упало. Но есть у данного смарта серьезные косяки. Первый и самый главный — это его материал корпуса. Шлифованный глянцевый пластик, похож на стекло. И он настолько непрактичен, что придумать такой вариант нужно постараться. Во-первых, пачкается очень сильно, хорошо, что в комплекте есть чехол. Во-вторых, царапается даже от дуновения ветра. И даже в чехле. Будьте готовы к этому. И разрешение экрана, оно недостаточно для данной диагонали. Вот одна из причин, почему я не советую брать его выше $100-110, если уж сильно хочется. Поднимаемся выше.
Смартфон, время продаж которого подходит к концу. Легендарный Redmi Note 5. Можно ли его покупать сейчас? Да, он подойдет тем, кто хочет экран без вырезов, нормальную камеру и процессор. Именно потому он был включен сюда. На AliExpress есть много вариантов на 464 ГБ памяти, Asiat с глобальной прошивкой по цене от $160 и выше. Глобальная версия стоит подороже, потому нет смысла брать ее сейчас, разве что найдете дешевле. Но для тех, кому вырез сверху не помеха, есть Redmi Note 6 Pro. У него такой же процессор, как и в Redmi Note 5, Snapdragon 636. Немного более прокачан дисплей в плане цветопередачи, автономность такая же. 4000 мАч батарея. Смартфон довольно шустрый, поиграть можно на средних настройках в тяжелые игры, даже местами на высоких. А сенсор основной камеры такой же, как в Redmi Note 5. Правда, в плане ПО они немного отличаются, ведь видео немного лучше снимает Redmi Note 6 Pro. Если выбирать между этими моделями, то лучше, конечно, дать предпочтение более свежему Redmi Note 6 Pro, если вас не смущает вырез вверху. Тем более, цены не очень далеки друг от друга. Mia 2 и Mia 2 Lite. Группируем эти два смартфона, поскольку представлены они были для любителей чистого Android. У обоих двойная основная камера, у старшей модели A2 сенсор стоит получше, как и процессор Snapdragon 660 против 625 у Mia 2 Lite. Слабое место у A2 – аккумулятор на 3100 мА, что для большого экрана и мощного процессора немного маловато. Зато у A2 Lite аккум на 4000 мАч. Оба смарта с виду современные, у A2 Lite вырез сверху. На любителя. Брать смысл есть, если вы ярый поклонник чистого Android. 136 с копейками долларов за Mi A2 Lite за версию 3.32 – вполне нормальный ценник. И от $155 за версию 4.64. Mi A2 можно взять за $164 за 4,64 гигабайт памяти. Едем дальше. Для любителей лопатофонов Mi Max 3. Данный смарт не всем по карману в прямом смысле, поскольку обладает он немалыми габаритами. Зато дисплей на целых 6,9 дюйма. По сути, планшетофон, и создан он для потребления контента. Оснащен процессором среднего уровня, таким же как в Redmi Note 5 и 6 Pro Snapdragon 636. А значит, самые требовательные игры будут идти на средних. Обладает большим аккумулятором на 5500 мА и хоть не флагманскими, но неплохими камерами и отличным звуком из динамиков. При этом его ценник нельзя назвать очень скромным на сегодня, начиная от $231 на AliExpress, то есть на довольно узкий круг потребителей. Mi 8 Lite. Что-то среднее между флагманами и бюджетниками. Но какой же в нем смысл, если недавно вышел Redmi Note 7, по-моему, напрочь уничтоживший продажи данного смарта. Процессор, который стал массовым на сегодня, очень удачный Snapdragon 660. Корпус из стекла и металла. Широкоформатный экран на 6,26 дюйма. 4,64 ГБ памяти в младшей модификации. Поддержка быстрой зарядки, хотя в комплекте обычный адаптер питания. Разъем USB Type-C, аккум на 3350 мА и довольно хорошие камеры, по-прежнему без оптической стабилизации. Также в нем по-прежнему нет NFC, как во всех предыдущих смартах. Redmi Note 7 – свежий смартфон от уже отдельного суббренда Xiaomi Redmi, в котором очень удачно сочетаются характеристики и цена. Корпус выполнен из стекла и пластика, экран на 6,3 дюйма, и у нас тут уже в тренде капля вместо моноброви. Хорошо зарекомендовавший себя Snapdragon 660 заставит работать смартфон быстро, камера с поддержкой 48 мегапикселей, правда по качеству A12 в этом же смартфоне разница небольшая. Пока это маркетинг, но камера очень приличная за свою стоимость, а если поставить Google камеру, что довольно легко сделать, он встает еще лучше. Это такой народный камерафон, при этом батарея на целых 4000 мАч в стиле Xiaomi, что очень хорошо, поддержка быстрой зарядки, но опять-таки блочок в комплекте обычный. Памяти на любой вкус, и золотая середина это 4,64 ГБ тоже в наличии. Наконец, USB-C в данной линейке. Также отличная фронталка на 13 мегапикселей. В целом, очень сбалансированное устройство на сегодня. К недостаткам можно отнести пластиковые торцы, что по-моему не сильно критично, выпирающую камеру и каплю, которую пока нельзя скрыть в настройках черной полоской. Цена у нас от $166 за версию 3,32 ГБ и от $188
за 464. Также появился Redmi Note 7 Pro, еще более усовершенствованный 7 Redmi. У него уже модуль камеры от Sony IMX586 и процессор Snapdragon 675. Вот только есть один нюанс. Он не предназначен для европейского рынка, потому у нас продавать его пока не планируют, и глобальной прошивки нет, как и поддержки 20-го бенда LTE. Потому этот смарт для продвинутых пользователей, которые смогут установить или кастомную, или индийскую прошивку самостоятельно, и вообще с техникой на ты. А на сегодня данный смарт представлен на AliExpress только в модификации 6 128 ГБ по цене, начиная от $260. Pocophone F1. Данный смартфон имеет очень весомый аргумент по сравнению с предыдущими смартфонами. В нем стоит флагманский 845 Snapdragon, причем с отличной системой охлаждения. Это самый доступный смартфон на данном процессоре. Этакий народный флагман. Прошивку постоянно дорабатывают, вот уже и видео 4К 60 кадров можно записывать, и другие улучшения для мобильного гейминга. Производительности обладателю данного девайса хватит на годы вперед. Отсюда и молниеносная работа оболочки и все игры на ультранастройках графики. Кого-то может смутить пластиковый корпус, но тут он довольно практичный. Взирая на современные тренды, делать пластик с закосом под стекло или глянцевым. Тут он матовый, отпечатки пальцев не будут бросаться так сильно в глаза, так же как не будут появляться царапины. При этом смартфон обладает очень неплохой двойной камерой с электронной стабилизацией в видео и качественной фронтальной камерой. Порт USB-C, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0 тоже на месте. И главное, отличная батарея на 4000 мАч, залог того, что обладателю хватит заряда на полный день активного использования. К недостаткам можно отнести по-прежнему отсутствие NFC и довольно-таки большой выступ по современным меркам вверху экрана, но и скругление по краям тоже на любителя. А так в целом за $266 за младшую версию на 6,64 ГБ вполне адекватный ценник. Вот только цены в наших магазинах не на две головы отличаются. Потому советую смотреть и у нас, и на AliExpress. Двигаемся дальше. И у нас тут нежданно. Темная лошадка от Xiaomi на сегодняшний день. Внезапно Mi Note 3. Смартфон из 2017 года, и это не шутка. Все дело в том, что запасы данного смартфона, по-моему, неисчерпаемы на AliExpress. На сегодня это далеко не флагман, но все дело в цене. Ведь версия на 6 оперативной и 64 встроенной памяти стоит $190, а 6 128 ГБ обойдется в 214. За эти деньги процессор Snapdragon 660 такой же, как в Redmi Note 7 и Mi 8 Lite. Море памяти и оперативной, и встроенной. И это первый из представленных выше смартфонов с поддержкой NFC. Корпус из стекла и металла, тонкий. Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. И блок быстрой зарядки идет в комплекте. Батарея 3500 мАч. Сканер отпечатка спереди под экраном. И он тут, кстати, Sharp или GDI. Камера двойная, не выпирающая, светочувствительная, с хорошим динамическим диапазоном. И по качеству это флагманский модуль 17 года и очень неплохой. Хотя для съемки видео на сегодня он не очень подходит. Отличные портреты можно получать при хорошем освещении, оптическая стабилизация на месте. Из недостатков нет поддержки 20-го бенда LTE. Довольно большие рамки сверху и снизу на сегодня. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Экран 16 к 9, 5,5 дюйма. И, конечно же, возраст, хотя прошивка до сих пор обновляется. Достойный смарт за свои деньги. Только потому он здесь. Mi 8. Snapdragon 845, NFC, Type-C и разные модификации памяти. Но если брать такой, то желательно уже 128 ГБ. AMOLED-дисплей для кого-то плюс, для кого-то минус. Флагманские камеры с оптической и электронной стабилизацией и отличная фронталка. Материал корпуса стекло и алюминий, куда же без них во флагманах. Инфракрасный датчик для разблокировки по лицу. Mi 8 на 6 128 ГБ обойдется в $380 на AliExpress. Схожий по характеристикам Mi Mix 2S. Если некоторые смарты есть в продаже второй год со дня выхода, то в случае с Mi Mix 2S их разобрали очень быстро. Кто знает, что в голове у Xiaomi, но их реально дефицит. 6 128 ГБ памяти найти сегодня нелегко, особенно в черном цвете, что у нас, что на AliExpress. А жаль. Смартфон отменный, отличные основные камеры, точно такие же, как в Mi 8, отличный безрамочный дизайн, с большим качественным IPS экраном, отличная работа с флагманским процессором Snapdragon 845, NFC, быстрая зарядка, поддержка беспроводной зарядки, постоянные обновления
обновление прошивки. Например, недавно появилась возможность съемки в 4К 60 кадров и многое другое. Словом, красивый смартфон на все случаи жизни. И поиграть, и поснимать, и расплатиться в магазине при помощи NFC. Есть также и недостаток. Камера на 5 мегапикселей и находится в неудобном месте внизу. Если вам будет достаточно 64 гигабайт, то вполне неплохой вариант за $336 на AliExpress. Есть еще парочка смартфонов, которых мы коснемся вскользь, так как они свежие и пока дорогие. Мы же ищем хорошее соотношение цена-качество. Mi 9 и Mi 9 SE. За Mi 9 просят $530 за версию 6 128 ГБ, но кто хочет быть в тренде, это вполне естественная цена для флагмана. Глобалка Mi 9 SE $330 за версию 6 64. Данные смартфоны полностью соответствуют запросам и трендам 2019 года, а именно три камеры, основной модуль, телефото и широкоугольный, и почему-то без оптической стабилизации. Во флагмане топовый Snapdragon 855, и куда только девать эту мощь. В SE версии тоже неплохой новый среднячок 712 Snapdragon. Само собой, капля вверху экрана, он AMOLED в обоих случаях, и позволяет разместить под ним сканер отпечатка пальцев. О камерах встречаются разные отзывы, но, как показывает практика, Xiaomi со временем могут улучшать их прошивкой. Более детально в будущих обзорах. Ну что же, это далеко не все смартфоны, мы просто выделили самые интересные из них. Но и тут стоит определить самые желанные и обсуждаемые, и покупаемые. Из самого доступного сегмента стоит обратить внимание на Redmi 6. Довольно сбалансированное устройство за свои деньги. По крайней мере, владельцы не жалуются. Устройство точно стоит своих денег. Со среднего сегмента можно выделить парочку хороших смартфонов. Redmi Note 6 Pro или кому нужно что-то более мощное, Redmi Note 7. Отличное решение на сегодня с отличной камерой и современным дизайном. И в принципе данные изделия очень хитовые и покупаемые на сегодня. Pocophone F1 – самый доступный смартфон с топовым процессором и неплохими камерами. Точно заценят любители производительных смартфонов. Mi 8 и Mi Mix 2S. Ультимейт решение с отличными камерами, NFC и многими другими флагманскими фишками. Вот, пожалуй, и все. Если вы считаете, что есть чем дополнить, конечно, напишите об этом в комментариях. А также обязательно поделитесь тем, что бы выбрали на сегодня вы лично себе. И может кому-то будет полезным ваш отзыв. С вами был Андрей и канал Smart Plus. Чего же ты ждешь, бро? Подписывайся, если хочешь смотреть о клевых девайсах. Даже я уже подписался. Так что давай, подписывайся и до новых встреч!